Здравствуйте, меня зовут Соня. Я учусь в 2-м классе. Мне 8 лет. Пятерка – это очень хорошая оценка. Четверка – тоже нормальная оценка. Тройка уже не очень хорошая оценка. У меня больше всего четверок. И пятерок тоже много достаточно. Я готова. Очень простые задачи. Мы пока что только можем дойти одного до 100 чисел, но я дохожу и да, могу досчитать до даже миллиона, все такое. Я максимум могу, наверное, написать 9999 максимум. Это же просто. Да, эти задачки для меня очень простые. Что-то я не супер понимаю, что нужно делать. И скажи, сколько людей было на представлении? 18. О. А.
Я думаю, что в русской школе это будет сложно, потому что когда я была в первом классе, нам такие задачи не давали. И вообще нам сейчас даже дают, если я сейчас в втором классе, по-моему, то есть я скоро в третий пойду. И вот мне даже это было сложно. И поэтому мне кажется, что первым классом будет это тяжело.